Здорово! Ты как? Нормально. Все, идем. Я пока сейчас тебя вытащу. Че, переодевайся. Давайте 50 рублей. А я вам стольник. Сайс, купи. Мне мотор охота взять. Мотор? А. Так это же гимор. Надо же там на эти на права там подавать на все. Нет, если ты до 10 лошадиных сил, никаких прав не надо. До 10 лошадиных. Они моторов по 9,9 вот такие. А, ну они как бы специально, да, есть чтобы эти ограничения. Есть даже 5-сильные водометы. Ну и ладно, мы об этом позже поговорим. Ну там определимся. Ну потому что ходили через лист, блядь, там. А через водораздел. Там бутылы в море. Второй. Сейчас он доехал сейчас, потом там остается 15 километров. Всем привет! Вы на канале Сибирский бродяга, да? Снова весна, слово модная, пати, движение рек начинается. Мать, движение льдов и далекой звезды. Нет, правильно все, сжигаю мосты. Сжигаю мосты, лицемерие бульваров, гламурных автобусов, глазые фары. Молчат города, мне сегодня туда, где нет межуры. Регион 42. Ну здорово, бродяги, любители активного отдыха. В общем, вот с этой точки, с поселка Кас, Таштагольский район, Кемеровская область, начинается наш маршрут до Мичинска. В общем, нагрузили рюкзаки. Идем мы сегодня втроем. Хотя сперва собирались ребят идти вдвоем с подписчиком, но с нами еще пошел дядя Миша. Ему уже под 70 лет, с 51 года рождения. Вот. Ну, не знаю, сколько мы будем идти. Ну, надеюсь, что придем засветло. Дорога, ребят, очень дальняя. И зверья в тайге просто кишит, можно сказать. Вот, рюкзак неподъемный, друзья. Нагрузил где-то, наверное, ну, килограмм под 40 где-то. Ну вот, друзья, сейчас нас ждет первый подъемчик. Подъемчик такой достаточно крутоват. В общем, вот по тропинке и через самую гору. А там по гриве будет спуск. И, в общем, спускаемся уже и идем через Старицу. Решили сократить маленько путь, но если только сократить, а не удлинить наоборот. Вот. Решили пойти по дороге, которую мы не знаем. Но вопрос в чем? По карте глянули, она должна выйти на основную дорогу, по которой нам нужно идти. И она, по сути, она, чтобы нам не спускаться к озеру, то есть и не штурмовать там болотину, вот, мы решили пойти, где более-менее сухо. Вот. Вот такая вот дорога лесовозная, старая. И если они сюда заехали, то я думаю, они в любом случае заехали с основной дороги. Вот. И мы в любом случае мы должны на ее выйти. Так, идем дорогу ищем. В общем. А, вот дорога, но. Ну ты и говорил, как это. По карте-то. Судя по карте, она должна быть дальше, да? Ну и все, надо, короче, точку оставить. Все, мы считаем. По этой дороге ездить. Ну да. Поставьте метку, чтобы потом отсюда выходить, чтобы не идти вот туда. Или что, или...
А мы знаем, вот смотри, осина стоит. Сломанная. Вот таких знаешь сколько? От осины влево. Я метки сделал, да? Ну пойдемте туда хули. От осины влево. Что у тебя карта показывает? Вот как раз мы вот на дороге, вот и дорога, ну вот он. Тельдис. Вон грива вот там. Вон, видишь грива? Ага. Это тельдис. А, вон там, да, внизу? Да вон гора. Ага. Вот мы должны были вот так идти. Вдоль Тельбиса. Да. А вот эта дорога, она здесь сколько уже сущ? Ну, болото миновали. А, ну да, по сути, Старицу. Эту Старицу. Представь бы себя по этому болоту. Ну все, ребят, вышли на основную дорогу. В общем, сократили мы где-то километров 7 и миновали болотину, миновали речку, переход. Вот. Ну а сейчас по гриве маленько небольшие подъемчики будут. И уже будем спускаться к Керсу, к первому. Вон идут ребята. Идти маленько тяжко, да. Рюкзаки неподъемные, ребят. Там с вороточек еле забегли. Так, ребят, вышли мы в час. Время уже 5 минут. А, 14.05. В общем, время вот. Не знаю, во сколько мы там будем. Но... Все, ребят, буду снимать на камеру. В общем, весь экшен. Тут реально будет, друзья, я так думаю. Настоящий экшен. Ну, хотя идем втроем. Идти маленько боязно. Страшновато, что медведи ходят. Вот. Ну, думаю, все нормально будет. Все пройдет как надо. Главное, чтобы все срослось. У нас тут маленько хмурится небо. Я, кстати, взял с собой от гамака тент. Вот, на всякий случай. Вдруг нас застанет проливной дождь, чтобы можно было спрятаться. Либо заночевать дорогой где-нибудь. Остановились на привал. Включай. На отдых. Что-то мало. Мало? Конечно, пить охота. Что, полную что? Я могу и полную налить. В общем, о, листопад полетел. Ребята, смотрите, листья с осины посыпались. Вон. До второго тела, и там 2 часа. Ну, надо получать 5,5 часа. Вот. А вот находится этот ручей. Ну это получается у тебя советские военные карты, да? Да. И вот он, мы короче, стоим. Вот мы стоим. Сантиметр. В одном сантиметре 1 километр. Здесь, наверное, 2 сантиметра. 2 километра осталось до него. До Керса, да? Да, но если вот тут вот написано, что в одном сантиметре, наверное, сантиметр. Ну да, ну километровая карта, да, у тебя. Вот здесь вот раз, получается, километр, где-то 2 осталось. Километр до этого ручья. Ну все, понял. Ну это так, навскидку. Вот с такими вот рюкзаками идем. Вот жучки еще на хвост сели. Главное вперед. Ни шагу назад. Назад дороги нет. Бля, ну прилипло к лискоде. Да она уже заросла вся, пошлите лучше по этой, по накатанной. По накатанной мы в 2 раза быстрее будем. А что тут сейчас будет спуск, да? Здесь. Ну спуск должен быть к Керсу уже. Ну, пройдем там лишние 2 километра. Здесь 2,5 километра лишний. А может, 2,5 километра? Лишний. Ну. Да лучше пройти лишних, чем блудить, блин, по лесу, да? Да там не блудить, там напрямую идет прямо. И сразу Керс сюда спускается. Так, вот спуск уже. Крутой спуск к Керсу.
Да уже сейчас уже будем на Керсе. Дорога песчаная. Идти не скользко. Вот. Лишь бы дождика не было, самое главное. А, вот, вот дорога, да, на которую мы хотели сократить, да? Ну вот она вот такая вся. Вот. А мы в том году, по-моему, по ней шли или нет? Нет, ну, мы... Ну вот, она, видишь, ты бы круг дали, а тут вот подошел, она вот рядом. Кого тут? 300 метров. Так, ну вот он, первый Керс. Они все вон идут в болотниках, а я иду, ребят, в кроссовках. Тапочка. Сейчас перескочим. Перескочим. Оба. Ну, Женька, я тебе дорогу показал новую. Но. От дамбы. Убедился? Убедился. Я сам не ожидал. Впервые рисканули, но нормально получилось. Нормально, ну. Дорогу сократили немного. Все спотели, в общем, все мокрые идем. Вся футболка мокрая. Ну, благо, хоть еще в кроссовках. У мужиков вон ноги уже закипают почти. Ладно, мы попьем кваску от поля. Ага. Это надо там хуярить. Там дорога есть. В общем, вверх по ручью. Ага. Ты на нее наткнешься. А, ну понял. Так, решили маленько перекусить сальца, потому очень что... Очень далеко. Дорога дальняя. Блин. А если от брода, ну где можно второй колтрык, ой, керст переходить. Ага. Там... На нее натыкаешься. Ее сложно найти. Там перевалы эти ебучие. Не так просто. Ты вкусно стал? Давай, нападай. Холодно, 20 сало. А все ли еще есть? Кого все там пол этого? Сало? Ну. Мне сало нормально с собой, ты что? За место штатива. Кваска сейчас мажем. Ты же пить хочешь, ты воды, наверное, напился. Ну. Кваска. Отдохнули, в общем. Штурмуем в гору. Да, штурмуем гору. Гора. Фу. Затяжная маленько. Рюкзаки давят. Еще говорят, своя ноша не тянет. Еще как тянет, братан. Своя ноша это ягода будет. Ну это 100%. Ну с такими рюкзаками это жесть. Меня без ягоды убьют дома. О, начинается подъемчик, сфотай. Сейчас подъемчик будет, вот такой вот. Вот она. Начинается километра, жопа полтора... самая настоящая, вот она. Полтора километра. Так, ребят, подошли к полям. В общем, вот такие поля. Тут раньше косили сено. Раньше, когда было еще подсобное хозяйство. В общем, вот такие вот большие поля. И мы идем по этим полям, по самым. Ну возьми, он устала, по-моему, просит. Устала, 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 собачка. Топайте, дойдете, время ага. Уже много, блядь, вам еще топать-то еще, будь здоров. А ну завтра. Я знаю, Валя, ну это... Ну что, друзья, в общем, встретили сейчас ребят на квадрике. Проезжал мужчина с женщиной. Сказали, что клюквы нынче нет. Но мы сейчас сходим все-таки на разведку. Даже не то, что на разведку, а найдем клюкву, я так думаю, и маленько порыбалим. В общем, на рыбалочку туда сходить все равно, я думаю, стоит. Главное, чтобы нас не застал дождь. Это самое главное будет. Потому что с такими рюкзаками, ребят, идти это просто жесть. Вот, мы сейчас проходим поля уже большие поляны, покосы. Вот. И мы даже еще полпути не прошли. Идти еще километров 45 где-то приблизительно. А время сейчас уже без 25. Вот. Ну, подойдем к Мичинску где-то. Ну, приблизительно уже в потемках, да. Скорее всего в потемках. Там уже мне придется включать фонарик. Вот такие вот места. Тут, ребят, уже
меняется местность, все меньше становится пихты, все больше становится березняка, осинник. Маленько решили отдохнуть, посидеть, потому что ребята, рюкзаки тяжеленные, силы у нас дают. Вот, маленько нужно отдохнуть. Тут сейчас дядь Миша рассказывает, что на втором керсе, где-то выше, наверное, по ручью были женские зоны. По ручью была женская зона, ну, метров 500 от брода, где мы будем переходить. Стояли бараки, ага. Что там еще. В общем, пришлось мне случайно там пройтись. Брошенная была зона. Кружки, ложки, эти сковородки, ну все лежало это, ага. Брошенное. Ну, зону, ну, а там какой-то фундамент вообще остался, нет? Что-нибудь? Ну сейчас ничего, там фундамент, там были чисто деревянные бараки, они сгнили и все. Там все сравняло, они, там даже поля нету, выросли пихты. Там же какой-то остров же остался вроде как на этом, как его? На пригорочек маленько, да, был. Ну, на пригорке, там видишь. Кирпичи там остались какие-то. Это там, получается. Ну, баня там, вот кирпичи там есть, да, баня была там все. Да, вверх по ручью, там немножко, метров 700-800, вот была зона, женская зона, да, или на конях проезжали. На конях? Да, я тогда в 8 классе учился, пацанами были, и вот проезжал вот так вот. И через керс выходили в Азаз, да? Да. А там рядом? Оттопило, ты знаешь, да, там... оттопило. А в Азазе, да? Же тоже же были речки. Зоны, да? В Азазе зона была, аэропорт там был, аэродром в Азазе. Аэродром был. Это две где школы вот... было, клуб, там поселок считался самый цивилизованный. Надо Мичинска дойти. Ну так я вам что и говорю, что... А там уже все. До Мичинска дойдем. Поднялись, в общем, в гору. Здесь сразу резко меняется местность. Пошел уже лютый такой березняк. И, в общем, друзья, встретилась нам лопата, вот такая вот зимняя, привязана изолентой к пихте. Тут, видать, на снегоходе ездили. Видать, то ли откапывали, то ли что, то ли ее забыли, в общем. Ну, откапывали лопату, вон там идут, догоняют где-то позади нас ребята. А связь где будет? Здесь связи нету. Здесь? Что, там на горе, наверное? Здесь связь. Здесь. Да ну нахуй. Там связь же будет на горе? На горе будет, да. В двух местах. Вот я с горы, короче, взял домой и все. Или пригорка. Осталась горит. Фигня, вот. Мы сейчас находимся здесь. Давай маленько отдохнем, а. От чего? От чего отдыхать? Капец, у меня плечи гудят просто. Итак, ребят, время уже на дворе ночь. Вон Стас стоит. На улице уже у нас маленько застал дождик. Дождик маленько капал. Да, у меня нога вывихнулась. Вывихнулась? Да, конечно. Как подъебнуло, блядь. Ну ничего, иду. Идем, но потихоньку рюкзаки еле-еле тащим. Вон рюкзаки тяжелые, капец. Ну осталось я, нам сколько, Стас? В эту в яму. 2,7 километра. 2,7 километра. Вот. Давай вперед, иди. Метр остался. Сколько? 631. Метр? Да, 628 даже. Я чувствую, мы не туда идем. Где-то там ребята ушли вперед. Я, в общем, маленько отстал. Полежал, отдохнул. В общем, устали плечи от рюкзака. Около избушки я еще раз ручей пересекаю. Вот он, около избушки, вот. Есть ручей.
Братан. Светани. Рога вот такие вот. Все, заходим в дом. На замке дом. Вот висит замок. Так, ну все, мы на месте. В общем, пришли к дому. Сейчас разожгли костер. Готовим кушать. Время уже ночь. Даже не знаю, сколько сейчас время у нас. Сейчас скажу, сколько приблизительно. Так, время 1:20. Вот мы ровно в час были здесь. В общем, вот, ребят, часов 9 хода пешком. Такой вот горит костер. Сейчас варим кушать. Поставили котелок на суп и котелок на чай. Ну, давай, ты не замни. Ну. А этот, от приправы, туда же? Да. А все, вон ты... котелок, вон, видишь, я уже все сыпал. А тушенку ты сделал туда? Да. Давай, скидывай. Так, сейчас подожди, я вытащу. Вытаскивай кофе, запуливай. Во. О, говядина, перец, перчик. Экстрема... Блин, ну соли все равно нужно будет кинуть, потому что котелок-то большой. Ну да, конечно, обязательно надо будет соли. Овощи, да? Чтобы там. Сварили вот такой супчик. С лапшичкой, с тушеночкой. Ну как, Стас, вкусно? Ништяк. Огонь, да. Жрать охота вообще не могу. Вообще, дорога была очень дальняя, очень длинная. Мне показалось, знаешь, как будто я шел в вечность. Угу. Просто, наверное, я шел, наверное, такое ощущение, что я шел там примерно с месяц или больше месяца. Да? А я иду, шагаю по Москве. Да. И я еще пройти смогу. Так, ребят, идем за чаем. Да. Чая надо. Такие пацаны даже чай сварить не могут. Ага. Ага, я опозорю. Чай маленький. А, тут чай сейчас закипит. Закипит уже скоро. Ну ты фонариком-то этим не лезь. Не дрожь руками, все, он все кипит уже с одной стороны. Нет, вот сюда вот его надо поставить. Доброе утро, ребят. В общем, ночка прошла отличная. Просто легли спать где-то уже в часов 5, наверное. Пока пришли, пока сготовили кушать, пока вскипятили чай. В общем, там уже дело ближе. К утру. К обеду. Да какому к обеду? Какого нет, бля. В общем, находимся в избе. Тут изба, банька, качеля, веранда. В общем, сейчас сидим вон за столиком, пьем чай, завтракаем. Ну, сейчас маленько отправимся, сейчас попьем чайка и отправимся вниз на рыбалочку. Кан не так стоит. Подошли к тазу. В общем, вода небольшая. Перейти можно, вон рыбачит Стас. Чё клюет, братан? Вот, смотри. Ого, вон хорюзок. Попробовать там еще кинуть. Да впереди у нас все еще впереди. А я на булю рыбачу. Знаешь, что это буля? Нет. А вот это буля называется. Ну,
лебедей, в речке Колорима. Общедоступный охотничий угодий Таштагольского района. Такие вот таблички забьют сейчас. Нас еще не хватало, блядь, в этом фильме, да? Ну потом я один хуй приведу, нахуй, все, гвоздем в ебуну. Да, конечно, гвоздем надо. Сразу вон бери. А тех чем прибивать? Тоже на один. Да, ну, а так ее сдует? Нет. Сдует, в принципе? Да, конечно, не, я прибью. Если не тело, то ты уже заебашу у вас. А тебе интересно, почему мудак? Да. Ебло, блядь. Лишь бы подъебнуть дедушку. Я думал, что я что-нибудь подхожу. Саян. Вот такой вот красавчик. О! Первый. О, я так убил, что я люблю. Я его нет. Такой вот харизок. Второй. Отцепляй, бля, я не зацепил. Бля. Смотри, чтоб стоянка не спить, да давай сюда его в камни. А что, можешь, да? Запросто. Так, встретил Стаса. Мужиков. В общем, переходим сейчас Стас. Что, Стас? Фоточки? Вон. Саян. Он тоже. Красивое место. Живописное такое. Кедра лежит упавшая и обрывчик такой интересный тоже. Когда таз маленько разливается весной, поотмывает берег, и в общем земля, вон видите, ребят, земля маленько осыпается. Как? А вот здесь золота много. Вот, но всегда, когда подмывает, всегда золото. Золото, да? Да. Таз весь в золоте. Ну почему? Все так ездят. А. Мужики Васика моют. Встань, да маленько, ну а то после дороги грязище такая. Вставай, пошли. Один медом не корми, твой дом, блядь. Надо будет только потом посмотреть. Ну что, завтра делать нехуй будет. За ягодой не поедем. Поедем, притащим. Сухостоя. Так, сейчас, ребят, будем варить уху. Дядь Миша, он дрова колет, тут уже завели генератор, свет, розетки, в общем, все по-цивильному, да? Картошечка закипела, спускаем рыбку. Посолил ее? Да, естественно. Харюзки у нас. Правда, харюзок мелковатенький, но спускаем, варим ушицу. В общем, сейчас с перчиком будет вот такой харюз. Промыть надо было, по сути.
промываем Хариуса. Оба. Проебся один. Такой вот. Ушица у нас будет классная сегодня. Спускаем Хариуса. Во. Нету лаврушки. Нету. Если только лук могу дать. Не-не-не. Все косточки выбрал. Хватит. А что тебе один хватит? О, все. Пойдет, ага, спасибо. Ну кидай, ебать, ты кипи. Это что, подожди? Подожди. Куда ее? На стол. Ушица. Ну, за уху, ребят. За уху по 5 грамм, как положено. Правда, в уху-то мы не наливали водки, а надо было стопочку бахнуть в уху. Смотри, за что? Ух ты! Тушкен, да? Тушкен это. Доброе утро, ребят. Ой, всю ночь шел дождь. Третьи сутки уже в тайге живем. Проскочим, поди. Проскочим, значит, застрянем. Прямо муж. Да, ну, кто застрянет, точно. Сюда надо. Че там? Снял, что мы выехали. Ага. Молоток. Выехали нормально. Грибы собираем. Но за грибами едем. Типа да. Клюквы нету, так едем за опятами. Вот торт, перекинь. Че мы? А, они уже на той стороне. Я говорю, на ту сторону перешли. Пошли. Так, сейчас идем на болото. Вот тоже такой массивный кусок чаги. Сейчас я его возьму. Ну вот, ловкость рук и чага собрана. Так, вот она, болото. Но это маленькое. Тут вот клюква, наверное, должна быть, говорят. Не знаю, есть, нету. Что, есть, да? Линда. Девочка моя хорошенькая, девочка маленькая, Линда. Ну что, ребят. Вот так вот. Вот такая вот клюква. Но ее тут очень почему-то мало. А на том, на большом болоте, так там говорят, вообще ее нет. Здесь хоть маленько он с кружечку. Да, неурожайный, видать, нынче на клюкву год. Вот. Тут даже на квадриках ездили, видать. Или на чем. Ну, сейчас маленько похожу. Пособираю. С Линдочкой вон ходим вдвоем. И
пойдем готовить, кушать надо. Дрова еще наколоть на ночь. Варим опята. Так вот, в общем, клюквы нет, рыба есть. Будем отдыхать. Вот это погода. С градом аж. Град идет. Град идет. С градом, но вот такой вот град здесь прошел. Намок, ребята, надо сухие вещи одевать. Так вот. И что за девочка здесь лежит? А? Что за девочка здесь? Моя собака, что ли? Банька. Русская ты банька. Для наших непривычные турецкие и финские они, а мне мили обычные, для тела уж привычные. Я наши бани русские люблю от всей души, а я ковшиком водицы зачерпну и на камни раскаленные полью, веничком березовым себя побью. Эх, парку. Здесь технология, тут выдержат немногие. Должно быть много жара и пара не чуть-чуть. Попарился, побился и в душе охладился. А после процедуры чай горячий не забудь. А я ковриком водицы зачерпну и на камни раскаленные полью, веничком березовым себя побью. Эх, парку. Водицы зачерпну и на камни раскаленные полью, веничком березовым себя побью. Эх, парку. Просто кайф. Таежная банька. Ребят, слов нет. Это просто классно. Бани отдыхаем, проблемы все решаем. Здесь это проще делать потому, что пиджаки и галстуки мы дома. О, ради этого стоит сходить в лес. Так он дали. Сука, ради одной баньки, ребят. Не убиться бы. О, все, паритошь.